Детектор правды. Все тайное станет явным. На радио Energy. У тебя была фантазия заняться сексом с коллегой по работе? Ой. Да, была. Да, была. А если мужской коллектив? Правда. И смотри, даже если мужской. Ты молодец, друг, ты поддерживаешь тяжелые моменты своего самого близкого товарища. Давай, отвечай, тебе Егор вопрос задал. А если мужской коллектив? Ну. А что делать-то? А что делать? Придется заниматься сексом, конечно, раз мужской коллектив. Ты что, в этой игре играешь, что ли? Конечно. Ты устроился на вторую работу, чтобы меньше бывать дома? Молодец! А дома-то восьмимесячный малыш, который все время то писать хочет, то кушать. Не сказать да. больше. Да! И это... Правда. Молодец. И это 3000 рублей, дамы и господа. Вы представляете, что творят с людьми деньги? Паш, скажи, пожалуйста, тебе нравится посещать порно-сайты? Тихий. Нравится. Да, вот он где тихий. Правда. Они у тебя такие смешные, ты смеешься, когда их вспоминаешь. Ты Анечке-то хоть раз ссылочку дал туда или как? Нет, не дал. Ух ты, жадный. Ты когда-нибудь справлял нужду в лифте? Нет, не справлял. Нет. Правда. Слава Богу. О, Боже, первый человек. Первый человек. На детекторе правды, который сказал браво. Нет и не соврал. Боже браво, мой. Браво. Я не ожидала, Павел. А где же вы это делаете? Ты официально не женат на Ане, чтобы при разводе она просто не претендовала на твое имущество? Не хочешь делиться? Так или нет? Нет, не так. Нет. Правда. А-а-а. Слушай, все, иди отсюда. Ты нам надоел своей честности вообще. А из-за чего тогда? Что, из-за любви? Предупреждала. В смысле? Рассказывай, что значит предупреждала? Что он честный. Детектор правды. На радио Energy.